8 марта в Кузбассе родилось 59 детей, 28 мальчиков и 31 девочка. Больше всего новорожденных в Новокузнецке и Кемерове. В Прокопьевске родилось 3 мальчика и 4 девочки. В Ленинске-Кузнецком 4 мальчика и 1 девочка. В рамках традиционной кузбасской акции родился ребенок. Семьи, в которых малыши появились на свет в Международный женский день, получат по 10 тысяч рублей и памятные медальоны рожденному на земле Кузнецкой. Напомним, акция «Родился ребенок» проводится в Кузбассе 6 раз в год. В День матери, на Новый год и Рождество – Международный женский день – День защиты детей. С прошлого года по инициативе губернатора Сергея Цивилева медальоны рожденному на земле Кузнецкой также вручают малышам, появившимся на свет 12 июня в День России.